Доброе утро, дорогие друзья! С вами снова фирма Петерсон и Эдард Петер. И мы продолжаем. Так. Что мы сейчас с вами сделаем? Мы сделаем следующее. Сначала мне надо выровнять это все. То есть мы находимся в объекте. Я возьму сейчас B. И все выделю. Вот так. Потом сверху посмотрю. И начну это дело двигать по X. Чтобы у нас вот так вот стало в середке, тогда легче будет работать. Так, теперь я сделаю следующее. Я создам новую коллекцию, назову его табло. Сейчас дам в это табло, выделю его и дам туда кубик. В табло прям кубик. Да что ж такое-то? Куб. Он маленький. Ну, удаленький. Так, есть. Берем его и двигаем в сторону X, Y, да? Y. Вот сюда. И теперь мы его эдак сжимаем по оси тоже Y. Вот так. И ставим его где-то вот сюда. Это будет такой ориентирчик. Это будет ориентир у нас G по Y. Вот так. Все. Не все, наверх еще надо вытянуть. Наверх вы, товарищи, все по местам. Последний парад наступает. Так, хорошо. Это у нас будет ориентация. И теперь мы можем поставить одну арену. Ага. Аварийнее тоже все убрать и сказать только Боден. Вот. Так, теперь смотрим сверху. Вот так. И начинаем ее полосить. Ctrl-R. Все мы выделим. Ctrl-R. Только это надо делать в Edit Mode. Я так понимаю. И теперь Ctrl-R. Так, ставим сразу вот сюда. Так. Надо сейчас более близко поднести, чтобы видно было. Ctrl-R. Ну что такое? Есть. Дальше Ctrl-R. Сюда я. Есть. И еще раз. То есть, как вы уже поняли, мы выбираем кубы, да? Вот эти вот самые кубы, потому что на самом деле это ловушки. Ничто иное. Так.
Нам нужно будет их давить туда. Поэтому необходимо именно вот так разметить, чтобы легче было выбирать. Ctrl-R. Далее уже просто выбираем их, вот эти 4, и опускаем их. Е. Вот так. Все. Теперь я хочу сделать следующее. Shift D. Вытянуть это на по Z. Вот так. Выделить ее надо было мне. Сказать P Selection. Вот. То есть это крышка 1. Эта крышка. Так, что мне нужно сделать с этой крышкой? Я ее сейчас просто-напросто выделю. Так. Да, вот так вот. И скажу Е. То есть создам действительно крышку. Есть. И теперь могу ее опустить, но вначале я поставлю ей сюда, подождите секундочку, сверху, да, я поставлю ей сейчас вот сюда поставлю вот этот значок и скажу, что у нее будет объект мод set origin 3D курсор. Есть. Поэтому мы ее можем спокойненько, если что, открывать и закрывать. То есть RPX. Вот так вот. Видите, раз, открылась, закрылась. Чудненько. И опускаем теперь вниз, как будто ни в чем не бывало. Так. А внизу вот это. Вот это место. Опля. Нет. Тут мы не должны так действовать. Вот тут. Есть вот такие штуки, которые не отвязываются совсем потом. Ты им говоришь, отвяжитесь, а он не хочет отвязываться. Так. То есть для этого объекта. Ну-ка проверим еще раз. Мы его выставили и можем двигать. Да, R. По X. Вот так. Тан-тан-тан-тан. Отлично. И значит, мы можем ее опустить туда, куда нам нужно. G, Z. И опускаем сюда, в эту ловушку. Есть. Это у нас такая отбойная штука. Она стреляет. Тунц! Я скакаю. В этом месте мы, ребята, поставим решетку сейчас. Мы как-то ее научились делать, да? Ну, давайте. Теперь мы
Теперь мы выберем так, это же бутон, все правильно. Мне надо отселектировать вот этот и надо отселектировать вот этот бутон. Вот так. Так. И мы его сейчас поднимем наверх. Тоже скажем Shift D. Наверх поднимаем. Вот эту. И говорим P Selection. Так, нам нужна решетка здесь. Как нам ее сделать? Мы вроде как помним, да? Subdivision. А нет, ну нет, это можно решетку делать. Нам надо вот эту. Subdivision. Так, наверное, да? Может, мельче сделать? Ну, если мельче сделать, не так будет заметно. Не забывать, что это все-таки у нас. Так, ладно. Теперь мы скажем и... Куда скажем, что индивидуал. Индивидуал, да? И теперь можно удалить фейсы. Да, фейсы удалились. А вот это дело, если мы сейчас выделим, да? Мы придадим ей немножко объема. И вот так сразу будет видно, что это решетка, да? Хорошо. И эту решетку мы опустим сейчас вниз. Вниз G. А Z опускаем сюда. Так, это решетка. Решетка, да. Окей. Вот так она встала, эта решетка. Отлично. Вот в этом месте мы должны ждать три кола. Три двора, три кола. Да? А поэтому надо такое сделать. Значит, этот отбойник, этот уже поджарка. Это колы пробивает, а здесь я не знаю, можно пилы поставить. Можно, да. Так, хорошо. Объем придается у нас уже здесь. Так, ну а здесь, наверное, мы так сделаем. Смотрите. Мы тоже выберем здесь дитмод, вот это выберем. Так, больше ничто не выделено у нас. Нет, так, так. Вот, вот это выделили, сказали Shift D. И подняли ее наверх, под эту. Вот так. Так. Следующая наша задача сделать ее немножко больше. Это значит... А, подождите, следующая задача у нас ее выделить вот так. И теперь ее объект мод. Нет, вот. Так, тоже мы ее сейчас subdivision сделаем. Ну, у нас другая цель для subdivision.
Вот так, ну-ка, раз, два, три. Раз, два. Если точка здесь, 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 здесь. Хорошо. По идее, раньше у меня не было с этим проблем, а сейчас какие-то проблемы появились. Я могу взять вот этот, сказать Ctrl-B, и вот у меня не получается ее раздвинуть. Почему-то она не работает. По идее, она должна раздвигаться. Ну, не важно. Сейчас мы сделаем так. А и цилиндр. Где у нас цилиндр? Вон он, где оказался цилиндр. Так, цилиндр надо сделать сразу же. Нет. Вот это я прям не люблю. Так, смотрим. Нет. Ничего не выделяем. Говорим, цилиндр нужен. Цилиндр. Там у нас вот он цилиндр. Мы его увеличиваем, в то же время уменьшаем. Такие вот колья у нас будут. Так. И теперь сверху нам видно все. Ты так и знай. Это цилиндр. Почему называется решетка? Вот это цилиндр. Богу. Я думаю, он с чем-то связан. Да нет, с чем связан. Выскочил отсюда. Заведем сюда цилиндр. Так. Давайте его поднимем. И посмотрим теперь. Нет, вот. Этот вот так, да? Смотрим сверху. Цилиндр. Берем цилиндр и начинаем его двигать. То есть один вот сюда поставлю. Второй Shift D сюда. Будут колья, но сначала нам надо дырки сделать. Shift D сюда, еще Shift D сюда и последний Shift D посередине. Вот сюда. Вот так. Угу. Включаем. И нам сейчас вот эту надо сделать потолще. Е.
Да что ж ты, git mod. Вот мы это выделили. И делаем ее немножко потолще. Е. Вот так. Чтобы видно было, что это отверстие. Есть. Так. Теперь мы выделяем вот. Оп. Мы выделяем вот эти объекты. Раз, два, три, четыре, пять. И говорим, что это общий объект. Control U. Все. И скажем теперь, откуда вот из этого надо дифференцировать. Вот так. Отлично. И теперь делаем настоящий кол. Ctrl, ой, Shift A. Делаем теперь цилиндр. Тащим его сюда. G. Делаем маленько меньше, малюхи. Чтобы видно было, что отверстие там, да? Вот так. Дальше нам нужно будет уменьшить эту штуку S по z-у. Немножко вот так. Да, так будет хорошо. И теперь вот здесь необходимо сделать Ctrl-R. Такую вот штуку. А эту часть заострить. Не, нам нужно только эти. Вот это. Давайте заостревать. Первое, что мы сделаем, меньше. Так, а дальше будем смотреть, как нам это плавненько сделать. Ctrl-R. И мы ее немножечко подойдем сюда, да? Теперь еще раз Ctrl-R. И тоже мы ее чуть раздадим. В итоге получим то, что нам нужно. Получили. Так, теперь смотрим сверху. И начинаем эти дела. Слиплась с этим бойником. Ничего страшного. Вот так. Скажем, P отделили. Назвали это call. И смотрим теперь сверху.
Наблюдаем. Так, Shift D. Двигаем вот сюда. Shift D. Так, секундочку, чуть-чуть ее надо подвинуть. И Shift D. Shift D. Ставим сюда. Теперь говорим, что все это одно и целое. Ctrl J. Так, отлично. И сажаем эту штуку вниз. G. Z. Вот. Так. И эти колья мы можем или убрать вот так, или их выдвинуть таким вот образом. Мы сразу можем наделить их каким-нибудь, допустим, вот где-то хромос было так, вот так, что это остальные есть. Угу. Ну и последнее, это у нас нужны пилы нам нужны, вот что вам надо. Они должны стоять здесь, мне кажется. Ну, для этого нам нужна вот эта штучка. Так, объект мод. Убираем все выделения. Идем в Edit Mode. Вот этот выбираем. Тоже говорим Shift D. Поднимаем наверх по оси G, Z. И говорим P. Сразу отделяем Selection. Вот, и это говорим, кто там пилы, пилы есть. Так, вот что меня интересует, так это вот этот размер. Вот какой у него размер? 22, 22, да? Ну, квадратный получился. 22, 103. Нам нужно будет сделать ему специально это. Или же сделать так. Сейчас мы проще сделаем, ребята. Мы возьмем с вами вот этот Edit Mode. И скажем Ctrl-R. И посмотрим. Сколько нам надо? Так, ну-ка. Раз, два. Допустим, да? Угу, правильно. Теперь с этой стороны Ctrl-R. Ну, здесь не обязательно столько Ctrl-R. 4, да? Нет. Так будет достаточно. И расширить их. Расширить их надо. S по вот Y. Да. Так вот. И еще раз Ctrl-R. Две штуки. И Y. S
Так, для чего мне это надо? А мне надо две пилы сюда поставить. Значит, что я делаю? Сначала я выделяю этот. Говорю ему Е. И вот так делаю толсто. Хорошо. И ребра. Давайте ребра сделаем. Чуть раздвинем еще S по Y. Так. И это тоже. S по Y. Вот так. Вот. То есть сначала я сделаю тут я просто возьму сейчас, наверное, насквозь пробью, да и все. Так, где они у нас? Вот этот и вот этот. И скажем, что нам нужна бридж. Опля, не то. Видать, я там неправильно поставил. Ну, не важно. Опять не промахнуть. Вот этот и этот, да? А, по одному лучше, да? Бридж. И то же самое здесь. Бридж. Так, Боден, я вижу, что Боден выделился, это хорошо, потому что мы сейчас здесь добавим вот этот зеленый. Мы скажем новое, скажем совершенно новое. И интересно, есть у него такой, да, можно. И скажем стижен. Вот. И опустим теперь эту штуку вниз. Опускаем. G, Z. Ставим на место и вот здесь. Ну, нам останется поставить пилы сюда. Надо их еще сделать, но у нас уже 30 минут прошло. Ух ты, блин, даже 35. Ладно, мы пока оставим, а потом пилы сделаем еще, если что.